Я рад приветствовать любителей уморительного юмора на канале Дмаку. Меня зовут Станислав, и сегодня мы с вами продолжаем веселиться в игре под названием Южный парк Расколотый Пуканчик. Ну что ж, дорогие друзья, мы с вами в прошлый раз натворили делов до таких, что аж временной сдвиг организовали, и теперь у нас большие проблемы. Давайте все исправлять. Я сейчас нахожусь практически возле дома своего, ну как бы не практически, а возле дома своего. Я просто иду сейчас в сторону дома Картмана. Мне сказали, что у мамани надо взять остаток рецепта, который мы с вами, кстати, не доделали. И у меня где-то есть тут этот крафтовый предмет. Так, давайте посмотрим, вот он, да. Нам осталось еще один ингредиент найти, это какую-то непонятную штуку, как то ли там карамель, чё, не знаю, короче. Мы вот это вот там, какое-то печенье, походу, мы сейчас у нее возьмем, и у нас будет новый вид пукающей магии. Да уже давным-давно, мама. Картмана мама. Well, I hope you're having fun playing with the kids on the block. My little Eric loves making new friends, and so do I. Listen, I have new business cards, and I need a little helper to hand them out around town. See, I'm a personal tutor who does house calls. Try starting at Skeeter's Bar. Help me get some clients, and I will cook you something super yummy. Подожди, что там за клиенты? Это то, про что я подумал. Почему мне эту визитку не показывают? Это нечто страшное. Ладно, короче. Но я так понимаю, что нам надо с вами разнести эту весть, да? Всему городу. С бара Скитера начать, да? А где у нас там бар-то? Вот он где. Туда мы сейчас с вами и погоним. Я не знаю, возможно я... Ну, мы еще посмотрим, короче, по месту. Во-первых, смотрите, у меня еще есть квест же один с Яоем. Я не хочу его, если честно, делать, потому что осталось там, по-моему, то ли 3, то ли 4 Яоя, которые надо найти. И сейчас весь город излазить ради того, чтобы найти эти 3 штуки. Причем, кстати, здесь квесты какие-то странные. То есть ты их делаешь, а тебе кроме опыта никаких фишек не дают. Я сходил во все туалеты города. Был квест у меня, сходить во все туалеты. Я сходил. Надо было убить всех крабов, я убил. Надо было там то-то сделать, то-то сделал. И ничего же не дают. Результата практически никакого нет, кроме как опыт и какие-то там погремушки, приберушки, все. Я не вижу большого смысла. Я думал, что это будет угарное, но угарного ничего не происходит. Так что погнали, тогда мы с вами в бар. В баре сейчас отдадим. Если в баре в момент давания визитки там, да, или что-то в этом духе, ничего происходить интересного не будет, я, наверное, все эти задания просто сделаю за кадром, а и мы уже вернемся к ней, получим пироженки вот эти непонятные, вкуснейшие. Hey, new kid, where to? Сейчас полетим, братан, сейчас подожди. Так, бар Скитера. Awesome. Жмых-жмых, полетели. See you, new kid. Давай, удачи. А вдруг что-то будет интересненькое, знаете, типа интересненькое. Джимбо! А в баре мы вообще были, кстати? По-моему, в баре я вообще в этом не был. Или был? Или не был? По-моему, внутрь мы так и не заходили, нет? Да, мы не заходили внутрь. Nothing takes the edge off like a nice house cab. Я вообще тут впервые. Но я уже селфи со всеми, с кем надо, сделал. То есть, в принципе... в принципе, мне больше начисляться не будет очков, да, за это. Давайте почитаем, что там полицейский написал. Лучше делать селфи, чем отправлять невинных за решетку, верно? Но почему вы, люди, не умеете прощать и забывать? Мне нравится, это говорит тот, да, кто вообще беспредел полный творит. Вы люди? Да, вы люди в енотограмме, вы такие обидчивые. Но ты, знаешь, уже сразу напрёгся, типа, мол, может, опять с цветом кожи что-то тут начинает. I'd feel much safer at home, Linda. These people scare me. Now, Steven, it doesn't hurt to rub shoulders with the lower classes once in a while. Так, ну-ка давай с ней сфотографируемся. Отлично. Ну, я не знаю, зачем это я делаю. В принципе, мне нафиг не нужно. Thanks, Vigilante. You stay safe now.
Меня в гриме, что ли, она написала? Зацени-ка меня в грамме. Это же так у вас называется. Мама, не надо, это прочитают мои друзья. Друзья, с которыми ты одеваешься в пищевые контейнеры и играешь в супергероев. Мама, нормально. Зря, наверное, да, меня не просит. Так, о, тут еще ящичек. А, его отодвинуть надо. Ну-ка, додвинем. Не мешайте мне пройти. Remember when Superman movies weren't so depressing? Oh yeah, I remember. Oh, I remember. Remember when Batman's batsuit had nipples? Of course I remember. I wish I didn't, maybe. Это Бэтмен и Робин. Самый считается отвратительный самый отвратительный, короче, фильм. Экранизация супергеройского кино. Ладно, давайте поговорим с продавцом. Lucky day. Слышишь, Lucky Day, мне тут дали карточки, давай-ка я их раздам. Так, или мне что-то может надо специально сделать, чтобы их раздать? Не знаю. Great. See you later, kid. If you children really are our future, kid, we're fucked. Так. А, вот. Adult tutoring? I don't need it. Well, thanks, kid. И сразу пошел звонить? Нет? Я думал, мало ли. Еще карточку. I'm thinking geometry. Интересно, что за репетиторство? Shouldn't you be out racial profiling? Promise me you'll use your special gift for good, Vigilante. No more framing innocent rich people. What's this? I could use a little refresher course. Miss Cartman's working again? Well, well, well. Так. Мы все, да? Мы закончили? Ого, вернулся миссис Картман. Все, мы закончили. Ничего интересного не произошло. О-о-о-о. Музыка, конечно, тут у меня сейчас мега эпичная происходит. Везде. О-о-о-о. Как будто реально трешак какой-то. Но в принципе так и есть. Город весь одержим мэром. Полетели. There you go. Что там интересно за курсы по повышению квалификации? Мне просто любопытно. А главное, все так относятся, а, ну да, как бы, курсы, а там фотография такая, ну, как бы, картинка, там как-то вроде какие-то интимные, чуть ли не интимные услуги предлагают. Как-то странно даже. Миссис Картман, я выполнил работу. Давайте печеньки. Oh, I'm so excited to start working again. Thanks for your help. We'll see how things go later today. I might call on you for help again, little superhero. Так, шоколадное печенье миссис Карпман с двойной начинкой. Звучит очень вкусно. Теперь мы с вами сможем... Oh, hello, sugar. Все. Теперь мы сможем с вами создать супер-мега новое... колдунство. А что? А, вот печенюха. Отмечено. Очень вкусно выглядит. Так, мне надо... Да не тут же. Вот тут вот. Надо сделать. Фу-ху-ху. Создать. А теперь я могу съесть? Призыв на помощь. Это круто. Ну что, погнали, погнали мы с вами туда, где мэр, теперь нынешний, Картман. Ё-моё. Я добрался до места. Сейчас все прогрузится, и мы все увидим, что там происходит. Там, наверное, полный хаос. Папа угашенный и полотенчик. Что самое интересное, ну, папа Кайло именно. Что самое интересное, только неадекваты, да, могут, наверное, радоваться этому. И которые просто уже явно не в трезвом состоянии с утра ходят. The whole mayor's office is blocked like a fortress. How can Cartman do that? He can do whatever he wants. He's mayor. Look, up in the window. Fuck you guys. I don't have so many laws and fuck you guys so hard.
Oh no! Тут же собака. It's over. We lost. But we can't lose. Face it, Kyle. Thanks to the new kid, Cartman is mayor, and there's no one left to help us. New kid. New kid, come in. Who is that? Pretty sure that's Morgan Freeman. New kid. There's been some kind of time shift anomaly. I can only assume it came from your ass. Come to the taco shop. We have to fix this. Ooh. You heard the man. All Freedom Pals report to Freeman's Tacos now. Так, погнали. Есть еще шанс все исправить. К Фриману. Я прибыл к Моргану Фриману. Морган Фриман, спаси! Спаси наш мир. All right, the new kid's here. Morgan Freeman says he can help us stop Cartman. How do we stop him now? He's already been elected mayor. It's the new kid's fault. He ported us forward in time. New kid, your farts have sped up time. We have to somehow go back and stop Mitch Connor from ever rising to power. This is the seven-layer Quesarito Chipotle Beefy Nacho Supreme. The last time someone tried it, they farted so bad it created a wormhole that made time travel possible. Now, I have to warn you, friend. Once you eat the seven-layer Quesarito Chipotle Beefy Nacho Supreme, there is no going back. Make sure you have everything you need before you eat this. Do you understand? You know, you're kind of feminine, new kid. Морган Фримен. Я понял, фишка, короче, да? Okay, let's never do that again. Что, зачем вам, дети, зачем вам понадобились? Дети, я не знаю, зачем вам понадобилась своя социальная сеть, почему она всем так нравится, но вот я здесь, Морган Фримен. Так, я понял, короче, это, походу, финальная чем будет миссия у нас. Давайте сохранимся тогда отдельно, специально я так где-нибудь тут засейвюсь, чтобы можно было потом вернуться в случае чего. Я так понимаю, что если мы съедим, назад уже пути не будет, я готов. Да. Ням-ням-ням, семислойный. Я не смогу выговорить это. Now you must fart back in time to before Mitch Connor was sworn into office. You can do it. You just have to believe in yourself. Так, и что мне надо сделать? И куда? А, вниз, вверх. Учитель, прости меня. I don't think it's working. Are you sure you're believing in yourself? Прям вообще континуум порвал. Блин, мне кажется, что я вообще, наверное, перенесся, когда этого и так-то не было. И так нет Фриман Тако. Ночь, походу. Фриман! Что тут происходит? Фриман, ты в туалете? Фриман? Ладно. Смотреть на какающего Фримана мне бы явно не хотелось. Но это ночь, походу. Все ушли, а я тут один. Сейчас сигнализация сработает. Выходим на улицу. Ё-моё, куда ж нас перенесло-то? Насколько в прошлое? Надеюсь, я не стану сам своим собственным отцом. Или что-нибудь в этом духе. Это будет странно. Вообще Новый год. Надо нажраться, да ты уже как... What the fuck? We're too late. The new kid sent us forward in time. To when Cartman is already mayor. You have to take us back, new kid. Back to before this all happened. It isn't working. I think maybe the new kid has a fractured butthole. Fractured butthole? That's ridiculous. Toolshed is right. We have to get the kid to a doctor fast. Be careful, new kid. South Park is a really scary place on Christmas. Очень какое-то опасное место в Рождество. Oh, hey, boys, Merry Christmas. I'm so fucked up. I feel like it's been Christmas for a year. What they put in these drinks? Mr. Mackey, there's cheese in your alcohol. You have to stop drinking. No, but it's the holidays, boys. You guys, nothing wrong with a little drink on the... Whoa, whoa! Oh, God, it's them again!
Ё-моё! Это же сатанисты! Now don't be scared, y'all. We're simply here to celebrate the coming of our Lord and Savior. Christmas! Это я так... Merry Christmas, everybody! Они глазами... It's the told us about. If we murder him, we get a prize! Yay! Их специально мэр послал. Одолей лесных тварей. Это же рождественские друзья. Ну окей, давай начнем. Мегабитву. Так кто ходит? Они ходят. Олененочек. Олененочек ходит. Аж с глазами с 1800 хп. Психованная тварь. Тихо. А что я еще могу сделать? Там что-то еще можно было. Бить их, наверное, бесполезно. Но я имею в виду бить бесполезно вот в этом самом состоянии, да? Что там по полтиннику отлетает на 1800 хп? Им вообще плевать. Жиробасина. Сатанинский огонь. Они точно сделают кровавую оргию. А, да. Yes, of course. New kid, you have to put your faith in Christ. Do you understand? Pray to Jesus, new kid, it's our only hope. Почему? Почему все на меня возлагают какие-то... Давай, Господи, помоги нам! The new kid did it. Someone's coming. Иисус всемогущий, нет? Alright, who the fuck called Santa down from the sky? You killed my reindeer! Ё-моё, мы ещё и Клауса разозлил. Hey, look, it's Santa Claus. Santa Claus? Well, now maybe we can eat his flesh. Hail Satan. Oh, you little fuck critters again, huh? Santa's gonna kick the shit out of you. Бам-бам-бам. О, это будет жёстко. Грёбаная выдра. Она что-то хочет сделать. Тут они все опасные. Well, shucks, we weren't expecting Santa to show up. Whatever will we do? We're in a bit of a bind, Rabbity. Don't be sad, Barry. Shucks, I can just sacrifice myself. Hooray! Santa's about to go to town on your ass. Так Санта за нас, да, походу? Да, Санта за нас. У Санта есть два уда. Они огненные, реально, он пожертвовал собой ради того, чтобы дать им огня. То есть их бить нельзя. Так, нанесет урон и отбросит назад. Не отбросит назад непослушных. Вот так вот. Это что такое? Лесные твари ненавидят пряничных человечков, что ли? И что я должен... Но раз они ненавидят, давайте сделаем одного. А, не с двух сторон. Это Новый год, да? Вот это справа месяц, чувак, другого. Это Новый год у них? Так, 1800. У всех тысяча... А, вот это 1200 выхухоли. Чувствую, сейчас ударю. И загорюсь. Нет? И я думаю, кстати, что моя атака вполне возможно не прокатит. Но я имею в виду гипноз. Ну, влюбить в себя. Мне кажется, у них будет иммунитет. Тихо. Там что там? Вот это что такое? Это я двойника создал, да? Офигеть.
Так, могу воздействовать, кстати. Два меня, это слишком круто. Воу-воу-воу! Фига мне атака! По 6 соток, ты чё? Больна, что ли? You died a meaningless death, fiend. Shucks, this shock stuff sucks. Get ready for the call girl, haters. Так. Больное существо, его надо глушить. Вот это точно надо, вот этого оленя. You're gonna hate me for this. Так, надо было воскресить, кстати. Не-не-не-не, хиль, не хиль. Вы не можете хилить, вы адские существа, вам нельзя хилить. О, Санта бьет-то неплохо. По двоим сразу. Ну-ка, давай, Санта, врежем как следует. На, тварь! It's so great when we all work together. Так, хорошо. Это прям вообще хорошо. Так, что будем делать? Можно похилить ее, в принципе, наверное, стоит. You wanna heal? I gotta heal. У нее мало ХП. This ought to do the trick. Мощнейшая способность. Тихо-тихо. Так, мне... А, у него какая-то другая боевая способность. Смотри, тысячи рук каких-то. What the fuck, что это такое? Ууу, я прилично наношу урона. Я же должен был убить ее, разве нет? Пипец! И то же самое произошло, да нафиг я тут отбил? Вот эти две лесные твари, это просто капец. Одна и вторая по 6 соток, иначе. Так. Давай, Джимми, только на тебя одна надежда. Ууу, да ну, выдра гребаная, да прекращай это делать. Я не знаю, кто это, выхухоль. Нет. Твари. Не. А что поделать, дед? Такая жесть творится. Все, хана мы проиграли. Я не доберусь до них, я не смогу их. Ignore the haters, call girl. Let's see if your spleen is nice and salty. Я не смогу их воскресить, хотя бы одного. Ну, блин, мне, короче, я понял. Мне вообще надо было сразу и воскрешение брать. Не надо было брать. Но я не смогу. Даже если я эту тварь сейчас убью. Так, ладно. Зато он себя не хилит. Merry Christmas, asshole. Так, и деда завалили. Надо было воскрешение, конечно. Но я бы поменял способности. Но это все, это слив. Я, конечно, попробую отбиться, но посмотрим. Call girl heeds the call. Ну,
Так, я как-то даже их обойти не могу. Мне это раздражает. Пытаюсь выйти из ситуации. Вот эта бесючая тварь просто, реально, она просто отхиливает плотно. Ладно, ладно. Well, that's no fun. Burn in hellfire, kids. Go interrupt someone else's satanic ceremony, you silly goober. Блин, я не могу, почему так мало ходишь ты? You're back online. Это еще единственная хилка, которая у меня есть. Так. А нет, есть еще одна. Я бы оставил бы саппортовские, конечно, свои способности, и я бы сейчас более бы эффективно бы выступал, чем... Freedom Power Coon Friend, you're cool in my book, new kid. Kids are so cool. Isn't that swell? Опять похилит. Heal! You're the best, Beavery! Oh, yes! Hey! I'm ready to kill again! Какая милая. I'm so very useless this turn. И теперь я один остался. Sleep forever, little feller. A little hellfire sure sounds perfect. Ну это что-то чересчур жестко. I hope you kids aren't squeamish, because things are about to get graphic. Мне что-то еще так много откатало. А почему у меня... А, ну да. Ну да. Я думаю, почему у меня суперспособность-то не та, которую я хочу? Чё за муть? А все просто. Я когда ходил к изюминкам в кабак, у них, у изюминок получается... А чё такое? Только не говори, что ты с нее сбил таким способом. Ну, все это хана. Ну, надо было просто тупо, да, с последнего сохранения, и все было нормально. Сразу же. Так, ну что, я загрузился и перебрал свои способности. А, я взял воскрешение и... По-моему, хилку, да, и хилку. А, проблема была в том, что когда я фотографировался с посетителями в ресторане у изюминок, мне нужно было брать разные суперспособности, потому что там типа некоторые, я хочу фотографироваться с варваром, я хочу фотографироваться, короче, с тем-то, тем-то. И получается, мне приходилось постоянно менять свою ультимативную способность. В итоге получаю, ну, мне, естественно, не стояла дулость какая-то. Теперь это все нормально. Так, я так понимаю, что мы будем бить вот этих вот собак. У них очень большой урон, это за счет того, что получается кролик до себя в жертву принес. Так, надо, короче, валить вот этих тварей, в первую очередь. Они больные, вот эту надо тварь точно валить. Ой, я боюсь тут стоять. Here comes the hellfire!
Этих еще пережить можно. Вот, вот этого гребаного. Нет. Так, подожди, вот этого мы сделаем. Иди-ка ты в пень. Да подожди, где я? Че, неужто не достаю? А, блин, и че? Капец, ладно. А мне надо туда точно попасть. Короче, я не могу до них достать. Ладно, будем хилить ее, а что делать остается? Окей. Блин, какая дурость. Из этих гребаных долбанных оленей. Я хочу всех уничтожить. Так, там выхухоль будет ходить. Давайте ее это, нагрем на себе. А теперь должен мой персонаж ходить. Вот так ее правильно, Санта. Тварь эту. Так, а теперь получается я ее бить не смогу, да? И давайте все-таки вылупим, а почему бы и нет? А, я ее и не могу бить. Вот так вот. Вот так вот. Так, мощнейшая способность, у меня готова. Джимми. В ухо. Отлично. Так, суперспособность. А, у меня же я воскрешение взял. Ну ладно. Так, давай вот эту, короче, тогда вот эту под контроль. Раз жирный уже сходил, медведь. А енот еще не ходил? Тю-тю-тю-тю-тю-тю! Вы их убила, вообще пипец, это полный капец. Так, этого я тронуть не могу, этого слишком много здоровья. Да отмена. Давайте-ка вот тут встанем. У него, конечно, суперская способность, я кого могу положить? Но я не хочу этого делать, да? Мы лучше через Y сходим. Ну-ка, давай в ту сторону двигай. Надеюсь, я ее пришибу. Да, отлично. Санта, ставь-ка ты печенюху, наверное. Так, мне главное сейчас... Мне главное... Боюсь, не добью. Давай только добей. Добил, отлично.
Грёбаный медведь, отстань от меня! Давай, давай, пацан, только живи, 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 мне нужен мой! Больное животное. Ладно, 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 тихо, тихо, тихо. Все. Подымаем. Подымаем наших. Фу, ладно, хотя бы дождались. Дождались, что смогли использовать. Обдай нас дождем. Дождем живительной силы. Давай, сам-то то, что немножко подхилили, надеюсь. Да, отлично. Мы полны времени. А время истекло. Понял все. Glad to be working with you, new kid. Так, теперь. Жиробасина. Я могу, конечно. Эх, ладно, ладно, ладно. Жирного пока держим, плевать. Так, Wonder Twig. Time to move. Oh gosh, that little human is gone. Did somebody ping me? Так выхухай. В блоке, отлично. А, я тут не могу. Ну так, а вот так могу. Что, тварь не нравится? Сумоопасный это олень этот гребаный. Ну может, конечно, они тоже опасные, вот эти выхухоли, и по крайней мере мы им бить не даем. Нет, ну какого черта? Что вас всех проскорячило? Нет, нет! Печенька это будет ходить? Она вообще хоть какую-то пользу принесет? Нет, печень? А чё? И чё ты стоишь? А, у меня геймпад сел. Так, мне надо воскрешать или убивать, потому что ну по-другому никак. Да я ее не добью. Потом Санта. Добью, не добью. Так, ладно, давайте нет. А я до него не дотянусь. Так, так. This should help realign your atoms. Как бы только меня не грохнуло, вот ё-моё, вот я сейчас прям просто жалею, что я сейчас так делаю. Ну, а что делать? Так, её прикончим. До свидания. Несущая. Так, теперь. Мне либо бить выхухоль. Давайте, наверное, грохнем. Я, в принципе, сейчас понимаю то, что мы можем и отхватить. Хоть у нас и Санта есть. Так, Санта, давай-ка ты максимальный антидот. Хлебанёшь-ка его. Суперспособность. Если что, подумаю, мне не страшно. Сильный удар. I'm all revved up and ready.
Congrats, super friend. Так, пробили. Печенька зачем нужна? Я вообще не понимаю. Типа, ее ненавидят лесные друзья. И чё, я думал, она хотя бы агрить на себя заставит. Ну, what the fuck? Wow, what a great medic. Никакой габбики фо. Медведь, успокойся. Обморозим его. Ну все, им хана как бы, да. У нас если сейчас мне дадут. А, не, не, не дадут. Девочка. А, ну зато она так может сделать. Отлично. Достаточно им хана. Медведя мы завалим в следующем ходу. А эту выхухоль я обморожу просто и все. Ignore the haters, call girl. Let's take things fast. You show those jerks who they're messing with. Мы ее сейчас обморозим, а этим уже добьем. Санта тут долбанет нормально. Отлично. Justice. Блин, это какие-то противные проклятые твари. Они в мультике-то были адскими. И тут еще сборщик праздничных песен. Сборник, точнее. Thanks for your help, Santa. You're welcome, kids. Now, what the fuck is this all about? We're sorry, but we're trying to go back in time, but the new kid has a fractured butthole, so we're trying to get him to the abortion clinic. Oh, I see. All right, you kids get his ass fixed. Santa will hold off these drunken fuckwads. Get moving to the abortion clinic. Погнали. Это ж подарки. Все собирай. Так. Гребаные маленькие чучундры. Что за беспредел? Тина, I'm sorry. Телевизором, это реальный Новый год, да? Что за капец? Мертвое животное, олень, да, мертвый. О, в Новый год столько би. Это бабартарий? Реально? Картман, что ты наделал? We got a lot of abortions today. It's Christmas. We need a doctor to look at our friend's asshole. Let me guess, he's got a big crack down the middle. Ha ha. No! Please, you have to listen. None of this is supposed to happen. The mayor has to be stopped. We know how to do it. The mayor? That scumbag made the town the shithole it is today. We can put a stop to it, please. Just look at our friend's ass. Yeah, it's fractured, all right. Can you fix it? Well, I put a splint on it and a little sling to take pressure off the sphincter. Try it, kid. Try to take us back. Так. Holy shit, dude! You can do it, new kid. Давай, ты веришь в себя. Или не? Прыжок сквозь время. Ха-ха-ха, ты, конечно, вообще безумный какой-то. О, так я совсем в прошлое попал, да? Воу! Honeys, your friends are at the door, and they want you to come out and play. Ха-ха-ха-ха-ха-ха!
Так посмотрел на меня. He should be happy that he's made friends in this town so quickly. We came here to hide. More friends just means more trouble. You're being paranoid. You need to lay off that stuff. It's changing you. Oh, lay off. It's the one thing that helped me relax from your stupid shit. Oh, hey, whippersnapper. Didn't see you there. Your friends are downstairs, kiddo. Get out there and play. Так, а что надо сделать? Догнать себя. Прикольно, знаете, такой контраст, как мы поменялись. Видели, да, как бы получается, как внешне мы изменились. Тем, как мы были на самом начале, теперь кто, как будто смерть какая-то я. Только, знаете, у меня подсохшее лицо и белые волосы. Я пережил через так... Я прошел через такое, не открываю эту дверь никогда больше, мальчик! Но вот и подошла к концу очередная серия по игре Южный парк «Расколотый пуканчик». Ну что ж, дорогие друзья, была славная битва, и сколько битв нас ждет впереди, еще неизвестно. Но я чувствую, что финал уже рядом. Совсем скоро, в следующей серии, я думаю, мы уже достигнем финальной стадии игры. И это будет круто. Я уверен, что будет очень много всего интересного. И естественно, чтобы не пропустить, дорогие друзья, не забудьте поставить лайк, прокомментировать видео, поделиться с друзьями, а также добавить плейлисты и вступить в нашу группу ВКонтакте. Также подписаться. И обязательно жмакнуть колокольчик. Тогда вы точно ничего не пропустите. А с вами был Станислав, я всех вас крепко обнимаю, целую, люблю, увидимся в новых приключениях. Всем пока!